В Алматы в стенах городской художественной галереи состоялось открытие фотовыставки «Широкий диапазон». В рамках экспозиции свои работы представили 55 фотографов, среди которых как профессионалы, так и любители. Тематика снимков не претерпела ограничений, однако отдельное внимание было уделено замыслу. Фотографии обязательно должны иметь художественное видение, да, какие-то художественный взгляд на мир. Мы это делаем для того, чтобы дать возможность особенно новичкам почувствовать силу, важность фотографии, также встретиться с коллегами, познакомиться, пообщаться, получить поддержку и перестать недооценивать себя. Ведь наша профессия связана с коммерческой фотографией, но очень важно вливать частичку творчества в свою жизнь, которая как раз нас вдохновляет и позволяет расти. Коллективная выставка проходит каждый год, набор участников объявляется посредством социальных сетей. В этот раз большое внимание было уделено портретам, авторам удалось создать особую атмосферу и всецело передать характер своих героев. Также в этом году прибавилось и дебютантов с их новыми нетривиальными идеями.